Энергетики республики ведут работы по восстановлению электроснабжения в северных районах. Из-за непогоды северные районы республики остались без света. Прорывы на линиях электропередачи произошли из-за ледяного дождя и порывистого ветра. На восстановление электроснабжения направлены бригады из Элисты, Целинного, Лаганского, Яшкульского и Черноземельского районов. Задействовано 9 бригад, 21 человек, 16 единиц спецтехники. Глава Калмыкии побывал в Кичинеровском районе. Вместе с главой района они объехали места, где ведутся ремонтные работы по восстановлению линии электропередач. Ремонтные работы не прекращаются, несмотря на погодные условия. Затрудняют работу грязь. В степи спецтехника вязнет, проезжая поваленным под тяжестью заледеневших проводов опорами ЛЭП. Жители принимают участие в восстановлении электроснабжения. Убирают поваленные деревья, расчищают дороги. Предприниматели района предоставили тяжелую спецтехнику, которая помогает в восстановительных работах.